Отже, до студії програми «Новий день» завітали Олена Кравченко і Олександр Єрофєєв, дизайнери. І вже готові поділитися, що ж варто придбати до зимового гардеробу. Тож, давайте почнімо з того, від чого варто відмовитись. Доброе утро всем, раз, в первую очередь. Да, доброго ранку. Все только проснулись. От чего нужно избавиться в своем гардеробе, наверное, в первую очередь от старого, то, что вам уже не надо, то, что вы не носите. Поэтому... А я уже, ну я не знаю, кажуть думка, что діставати речі из бабусиних шухляд. Ну, есть такое, да. Все-таки все диставаты. Можно, например, что-то новое себе приобрести. Но, в принципе, вот все то, что мы говорили, я помню, еще в прошлом году, все, что модное, в принципе, то и осталось. Ну, наверное, ввиду каких-то кризисов, а может быть того, что, ну, как бы шубы, которые стали модные, ну, не так легко их выкинуть сразу же. Или единственное, что вот шубы даже рекомендуются вот те яркие цвета сменить на более приглушенные. Но они все равно остались. Какие-то дубленки все равно остались. Пальто, если они утепленные, остались. Ну, вот все то, что дорогое, оно потихонечку перекочевывает в следующий сезон, ну, в следующую зиму. Ну, то есть вот и все с прошлой зимы... Более-менее, да, вернулась. Тобто, вот, кстати, мы можем навіть на экране, да, побачить. На экране мы видим шубы. Шубы разных цветов. Да, вот это новое такое веяние. Тенденция в целлофане, когда все. Оно, конечно, поможет сберечь вашу шубку какое-то время. Но насколько это выглядит в условиях города, ну, вопрос, конечно, сомнительный. Понятно, это все подиумы. Мы просто отсюда берем больше цвета, больше понимания того, что шуба, и эта шуба похожа на натуральную. Хотя вот сейчас делают шубы, они не натуральные, но они очень похожи на натуральные. Чем дороже, тем она более похожа, при том, что зверушка не умерла. Ага, ну, ого. Слава Богу, звірі можуть не помирати, можемо носити якесь... Ну, так же шуби і натуральні теж, все-таки присутствують, вони теплее, ну, тут нічого не зробиш в условиях какого-то конкретного холоду, да, вони теплее. Так, що далі, що варто ще придбати до себе? Високі сапоги. Повністю погоджую. Удлиняємо сапоги, укорачуваємо юбки. Верхня одежда все равно длинная. Да, верхняя длинная. Единственное, дубленки, они могут быть до середины бедра. И авиаторы, вот эти вот дубленки-авиаторы, которые сейчас вообще, как я не знаю даже, кто их еще не одевает. В общем, все модные блогеры, все модницы, это дубленка-авиатор. Хотя, говорят, на следующий сезон, скорее всего, она уже не выживет. Ну, слишком уж она... Вот, слишком модная. Да, слишком модная, да, да. Хотя они очень тоже теплые, если натуральная сверху кожа, а в середине натуральная цигейка, то это, ну, как бы, это классная вещь. Ну, вот она вот сейчас супер модная, под все причем, ее вот предлагают под все. И в следующем сезоне, скорее всего, не будет. Ну ее можно будет оставить, потому что это качество, а не качество, и через какое-то время она обязательно вернется, поэтому вы спокойно достанете. Тобто вот. Через декілька років можна ще дістати. Ну, навіть не декілька, тут десятки все-таки проходять дуже часто. Куртки-парки, які носили наші батьки, навіть і старше покоління, ніж наші батьки. Зараз ми всі бачимо, виходять в город і бачите, що всі на цих куртках. Це все-таки вже не зовсім ті куртки-парки. Ну, все одно, дуже похожі. Я смотрел фотографії своєго отця, і та куртка, в которой я сьогодні, но они очень похожі. Ну, очень похожі. Они похожі на фотографіях, да, і не очень похожі вблизі, тому що матеріали другі використовуються. Добре, давайте трошки відійдемо від верхнього одягу. Що треба придбати, щоб вийти десь на вечір якийсь чи погуляти? Блістіть треба. Да, надо блістіть. Серебро і блістки. Серебро, золото, пайетки. Все, да. Все, что блестит, ну, единственное, да, вот больше в серебро, золото и какие-то коричневатые бронзы, то есть... Ну, натуральные, блескучесть натуральная такая, серебро, золото, бронза. То, что полюбляют наши девчата, шубы, блескитки, можно усе? Даже пальто из пайеток вот видел недавно. Бархат. Бархат, да, который тоже имеет свой блеск. В принципе, он с прошлого сезона, кстати, ну, вот такие немножко другие цвета появились, и вот красный, яркий, кстати, как вот у вас. Да, модно. Все такие тоже красные луки, они все равно все еще кочуют. Костюмы у вас, кстати. Вот эти вот такие еще винные оттенки тоже присутствуют в бархате. Клетка, очень модная клетка. Лапка. Вот любая клетка, да, она же там вот и лапчатые вот эти клеточки, любые. И пальто, и костюмы, и брючные. Это все показывают. Все отлично, да. Якщо відбиватись трошки від тепла, що краще взимку? Вибирати спідниці чи брюки? Якщо ви їздите на машині, можете користуватися юбкою. І високі сапоги. Ну, не всі у нас, так. Да, якщо у вас немає автомобіля, звісно,
в брюках будет комфортнее и теплее. Ну и юбка может быть. И опять же, я же говорю, высокий сапог и длинная сейчас вот тенденция на длинная верхняя одежда. То есть это вот все пальто, вот эти пуховики, невероятные одеяла. Они все еще сохраняют свою актуальность. И они же ведь полностью, они полностью, да, заворачивают человека. Поэтому что там у вас юбка или нет, оно вот как бы не играет. Главное, чтобы было натуральное, наверное, все-таки. Если зима, то есть это шерсть должна быть теплая, потому что если пуховик, это, как правило, пух в середине. Он вас не согласен. Да, он, конечно, есть и куча вот заменителей этого всего дела, но, опять же, это вот эта ценовая категория, да, масс-маркета и более такого какого-то типа лакшери-сегмента, там пух, тут заменитель. Ну, на следующий сезон заменители, как правило, после стирки теряют свои способности. Краще все же вытратить на натуральное, ніж... Ну, тут как, вот смотря, если вы покупаете очень брендовые вещи, ой, очень трендовые вещи, да, то... Нет смысла дорогой покупать. Нет смысла дорогой, потому что все равно эти цвета яркие, все потом это идет, и вам, в принципе, на следующий сезон не нужен. Купить шубу за 100 тисяч зеленую и на следующий год ее не носить, да, зачем, как бы... А якщо дуже подобається? Не знаю, если есть возможность и очень нравится, то почему бы и нет? Або так вночі просто взяти і походити. Вона сама надоїсть просто. Добре, тоді які кольори краще обирати ось на цю зиму? Серебряный, какой еще? Винные да, там, оттенки. Да, большая там палитра. Желтый, зеленый. Причем, большая. Да, это какие-то приглушенные. Если там посмотреть, вот кто нам диктует Pantone, да, то их цвета я вот никогда не запоминаю названия, вот честно они говоря. Сложные. Приблизительно, да, вот это всегда какие-то названия вот чего-то там натуральных, каких-то камней, там вот зеленоватого. Затемненная ель, например, они так называют цвета. Да, но это в принципе наш зеленый, как вот мы все зеленые представляем, только такой более темный, глубокий зеленый, потому что, опять же, он в бархате встречается, у нас нет картинки. Ну да, кстати, кожаные штаны там вот проскакали. Ага. Предлагают, при том, что деним модный, предлагают, кроме джинсов, в теплую, да, чтобы тобто утепляться кожу. Да. Ось мы зараз бачимо на экране якраз, да. Кожаные брюки, вот они как бы заменяют нам деним. Ну вот. А як щодо джинсів взимку, і що ви до цього? Як ви до цього ставите? Да, деним, ну, вот он популярний. Вот этот опять-таки тотал одного цвета. Без потертості, да, без потертості, да, да, в костюмному виде, просто джинси. Тобто все можна експериментувати в цю да, в общем-то, зимою, да, можна в общем-то, не боятися. Бархатні рубашки, джинсові рубашки, джинси, бархатні брюки. І все доволі таке вот тепленьке, якщо, як правило, там буває, що то к нам перекочовує вот з осені, і кажеться, вот як этим всем утеплиться, то вот, в принципе, вот сейчас много очень теплого того, что... А свитера как модные. О, да, крупная вязка, да, какая-то. Да, и какие-то принты у них невероятные. У нас, до речи, я попрошу вывести на экран, у нас есть свитеры. Зараз мають вивезти, там є якраз, бачила в'язки. Да, 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 они очень теплые. Рисунки, да, лохматые такие перья, какие, чтобы у них были какие-то, как шкурочка висела, ну, то есть это все очень даже... Тобто, можно полностью замотатись, можно навіть про куртку. Да, причем внизу твиды, сверху, опять-таки, шерстяные свитера, и поэтому это все очень тепло. Вот, хотя вот эти свитера очень часто акриловые. Да, если масс-маркетовые варианты, да, да, они не теплые. То есть тоже к этому надо подходить. Они вот показывают, как будто вот я такой большой и теплый, а в действительности его одеваешь, не очень тепло, да. Ну тут надо опять-таки смотреть на бирки, на то, что там. То есть это какие-то шерсти должны быть, ну вот в каком-то большом там соотношении, какие-нибудь мягенькие ангорки. Ангора, альпака, ну, что-то да, такое. Ангорку там смотрите, когда там вы черный низ одеваете, то вы будете такой это волосатый полностью. Внизу. Да. Или там, когда ангоровые береты, очень часто у нас любят одевать с кашемированным пальто, да. То есть вот это берет, он так чуть... перекочевывает на... Тобто треба все ж якось дивитися, як ти виглядаєш. Тому що очень тепло, да. Добре, окрім довгих чобіт, що ще можна взимку? Батильйони, серебряні, золоті. Тобто можна все, не боятися. Космос. Ну така дискотека, да. Да, футуристическое, что-то такое космическое. Чи не буде воно занадто, якщо вдіти там шкіряні штани, сріблясті батильйони, там ще щось таке, знаєте, місцева боже... А курточки по городу по Николаеву ходят серебряного цвета. Это не занадто, кажется? Ну, курточка-то ладно, але якщо... Ну, туда же ботильоны серебряные. Можно, безусловно, мировой тренд, он диктует такую моду, почему нет. Самое главное, что вот этот жуткий, на первый взгляд, тренд, он уже, с которого мы смеялись, наши все николаевские модницы резко стали мегамодными. То есть в какой-то момент. Миколаев, вы сюда швидше, да? Принимаем модно.
Потому что мы любим блестеть, поэтому в этом году мы блестим. Добре, дякую вам за ваші поради, за те, що тепер дівчата точно знають, як вдягатися взимку, що обирати. Тобто можете не боятися експериментувати, ходіть, блистіть, будьте просто шокуйте усіх.